Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию три новые модели от швейцарского бренда Il Duchêne. Данные модели прежде всего объединяет швейцарский механизм Ronde 505 и, конечно же, любовь компании Il Duchêne к искусному исполнению циферблата. Начну свою презентацию с серии «День-ночь». Перламутровый циферблат украшен объемными 3D-металлическими фигурками Луны и Солнца. Хочу обратить ваше внимание на тонкость и сложность исполнения накладных фигурок. Часть перламутрового циферблата, на которой расположена Луна, нетронутая гильеше, спокойна, как ночное небо, а вторая половина переливается лучами Солнца благодаря глубокому лазерному нанесению. Корпус часов выполнен из гипоаллергенной стали 316L. Также используется АПВД-покрытие, известное своей стойкостью и своей износостойкостью. Ремень кожи теленка, стилизованная под сафьяновую кожу. Так называется данное тиснение. Застежка дипломат. Более удобная для дамского запястья. Перейдем к следующей серии часов. Серия 791 Муар Шелк. Двухуровневый циферблат, одна часть которого представляет собой накладное перламутровое кольцо, украшенное кристаллами циркония. Кристаллы циркония закреплены на металлических пластинках, что делает крепление прочным и долговечным. На центр циферблата нанесен рисунок логотипа – дубовый лист. Текстура циферблата напоминает шелковистое тиснение дорогих пудровых теней. Диаметр корпуса 34 миллиметра. Так, третья серия часов. Серия 801 называется «Богема». Перламутровый циферблат. Сложность и ценность данного циферблата в том, что рисунок гильеше нанесен непосредственно на перламутр. Такое глубокое лазерное нанесение требует точной работы мастера. Часовая разметка украшена цирконами. Модель можно предлагать парой к мужской серии 761. Центр циферблата тоже украшен логотипом бренда. Корпус данной модели самый маленький из трех – 32 мм. Приглашаем всех в салон 3.15 за новогодними подарками.